Добрый день и добро пожаловать на новый сезон передачи «Одна четверть мили. Перезагрузка». В новом сезоне мы вам приготовили очень много новинок, но обо всем по порядку. Как вы заметили, передачу будет вести девушка, то есть я. Меня зовут Елена Потарак, и в новом сезоне я вам буду приносить все новинки из автомира. Почему я? Ну, это была задумка продюсеров, поэтому так они решили. А теперь начнем со второй новинки. Это состоит в том, что мы предлагаем нашим гостям. Для них специально мы обустроили трассу, которую они должны проехать максимально точно и максимально быстро. Гости, проехав трассу, не узнают свое время, а свое время они узнают уже у нас в студии. Итак, трасса состоит из двух спецучастков. Первый включает в себя два элемента из базового задания при сдаче автодрома в ГАИ. А именно, въезд задним ходом в гараж а затем так называемый дворик, в котором необходимо совершить разворот в ограниченном пространстве. При этом за каждый сбитый конус участникам будут начисляться штрафные секунды. Второй спецучасток более скоростной, на котором наши гости программы смогут наверстать упущенное время при прохождении первого спецучастка. Однако перед самым финишем их ожидает еще одна преграда в виде восьмерки. Миновав ее, гость программы завершает прохождение полигона. И как было сказано ранее, результат прохождения гость программы узнает в студии. Первым, кто прошел наш тест, это Самир Алиев, мастер спорта и владелец школы контраварийного вождения. Так что давайте его пригласим. Ну что, Самир, привет. Привет. Как дела? Нормально. Расскажи нам, пожалуйста, об автослаломе, который будет в этом году. В трех словах. Ой, расскажи. Что? Будет опять чемпионат, пять этапов, может быть, еще будет кубок. Первый этап у нас запланирован на 19 число на центральной площади. Хотим сделать интересное шоу-событие. Ну и дальше посмотрим. Как интерес к слалому? То есть участников много? Возрос, да. Прошлый год дал хорошие результаты, был освещен. Очень радует, что две девочки у нас как минимум уже Отлично. Будут ездить. Люди покупают машины специально для этого дела. Угу. Ну, так растем потихоньку. Но есть какие-то участники, которые вот явно видно, что вот да, очень да, есть ядро такое наше, как ячейка. Главное, что ребята делают машины, готовят сейчас. Вылизывают их, моторы там настраивают, все это. Очень готовы, очень хотят рвутся в бой. Чего боишься больше всего, когда будет на площади гонка? Ой, чтобы не было дождя и урагана, как в прошлый год. Потому что нам не повезло. Именно в тот день все. Ну хотя народ стоял, зонтиков было полно. Трассу какую-то новую, как бы отличается от прошлогодней, будет что-то новое. Да, конечно, конечно. Ну, усложнили? Здесь мы. Сделаем акцент не на сложность прохождения, а просто на шоу такое красивое. Может быть, она будет попроще, чем все остальные. Ну, народу понравилось. Для затравки. Отлично. Ну, то есть будем ждать. Мы обязательно будем, там обязательно тоже посмотрим, обязательно потом покажем, как это все было. Теперь, Самир, давай перейдем к самому интересному, что у нас было. Это трасса, которую ты проходил. Как тебе впечатление? Ну, интересно. Вообще задумка интересная.
Посмотрим, как люди будут с ней справляться. Ну, она такая простенькая, но, может, наверное, для кого. Ну, для тебя, естественно, что простенькая. Но если бы мы придумали трассу только специально для тебя, я сомневаюсь, что другие бы ее проехали, поэтому... Да, еще дело в том, что у нас трудно что-то придумать. У нас негде просто этого придумать. Стараемся, знаешь, вот. Давай сейчас посмотрим, как ты проехал, а потом я тебе расскажу твой результат. Давай. Ну что, как тебе показалось? Как ты проехал? Ну, организаторы, то есть вы, дали всего две попытки. Ну, постарался побыстрее. Даже одна, да, одна тренировочная. Ну, если пару раз проехать, можно было бы еще улучшить. Ну, так, тоже неплохо. Понравилось. Вспомнил школьную программу в какой-то мере. Ну, гаражик заехать, дворик развернуться. Ну, это нормально. Это у нас постоянно на парковках, везде, во дворах. Это не используют постоянно. Как ты думаешь, какое у тебя время? Сказать точно по цифрам? Угу. 2 минуты, наверное, где-то. Где-то в районе 2 минут, да? Хорошо, теперь я напишу. Что за нолики там? А, 0,1. А, ну уже. Дальше? Уже. Не знаю. Ого, хоть даже сотый есть. Ну, само. Ну вот. 0,7, 0,1. Вот такой у тебя результат. Ожидал? Не, не ожидал, потому что мне не говорили результат, но надо его с чем-то сравнивать. Ну, уже будут сравнивать гости. Ты у нас первый, поэтому у тебя первый результат. Уже дальше будем смотреть, как другие будут проезжать. Ну, задал тон, поэтому идем дальше. Самир, спасибо тебе большое за то, что ты пришел к нам в передачу. Увидимся на автослаломе. Надеюсь, дождя не будет. Да, дождя не будет. Если вы будете, то завтра не будет, точно не будет. Хорошо. Приходите. Обязательно будем. Все, спасибо. Пока. Пока. Повеселились? А теперь давайте перейдем к более серьезным темам. В Молдове прошел первый этап по картингу. Давайте оставим болтовню и посмотрим, как это было. Кубок города Аргеев по картингу. Я лично занимаюсь картингом с 11 лет, и, в принципе, это уже мой образ жизни. В Аргееве прошел Кубок города по картингу. Данное событие можно считать как открытие сезона 2013 года в этой дисциплине технического вида спорта. Сразу хотелось бы внести ясность в том, что данное мероприятие не являлось этапом всего чемпионата Молдовы. Но данный факт никак не повлиял на пилотов, принявших участие. Была борьба, были победители и проигравшие. Соревнования представляли из себя 3 тренировки по 10 минут.
Потом квалификация – это два круга на время для определения места на старте в первом заезде. И, соответственно, первый заезд и второй заезд по сумме набранных очков в обоих заездах и определялся победитель соревнований. Стоит отметить, что в Аргееве соревнования такого уровня были проведены впервые за период независимости Молдовы. Однако в далеких 80-х в городе существовали секции по картингу и время от времени проводили соревнования. Если немного затронуть историю, то данное направление технического вида спорта было довольно-таки неплохо развито практически по всей республике. Однако в определенный период секции были закрыты, а специализированные трассы пришли в упадок. Я хочу отметить, что развитие картинга невозможно без картодромов, без стационарных трасс, на которых проводятся ежедневные тренировки, плановые соревнования, учебно-тренировочные сборы. В Молдавии когда-то существовали три картодрома. Один в Бричанах, другой в Бендерах, и третий в Григориополе. На сегодняшний момент в Бричанах картодром разрушен, там невозможно проводить соревнования, в Бендерах разрушен. В Григориополе в прошлом году мы еще проводили соревнования, в этом году нужен ремонт. То есть это единственный картодром, который, в принципе, можно небольшими средствами отремонтировать и проводить там соревнования. Но вернемся в наши дни. Так как в Аргееве нет трассы для проведения соревнований, организаторами было принято очень нестандартное решение. Так, в результате долгих споров и обсуждений самым подходящим местом стал центральный спортивный комплекс. Дело в том, что мы стараемся расширить географию наших участников, спортсменов. И, соответственно, мы были в поисках вот зимой новых мест проведения соревнований. Для того, чтобы было больше новых пилотов, больше новых команд, больше спонсоров, и чтобы больше населения Молдовы узнало про наш вид спорта. Таким образом, мы нашли великолепную площадку в Аргееве. Это центральный стадион футбольный. Немножко подготовили ее под наш профиль соревнований. Соревнования по картингу проводятся на стационарных трассах. Как правило, это длина трека около километра и ширина дорожки от 6 до 8 метров. Стадион в Аргееве, он имеет, получился длиной 460 метров трасса, и ширина дорожки позволяла 6 метров было, то есть что допустимо. Немножко, конечно, были перепады высот на асфальте, да, то есть немножко было неудобно где-то ездить пилотом, но в целом достаточно хорошая ровная площадка и можно проводить. Что касаемо регламента соревнований, то он состоял из четырех классов. Национальный 60, национальный 125 юниоры, национальный 125 и самый мощный класс Rotax Max. Стоит отметить, что возраст пилотов варьируется от 6 до 50 лет. Это объясняется тем, что, как и в любом спорте, есть люди, для которых увлечение с малых лет становится делом всей жизни. И картинг не исключение. Самому младшему участнику 6 лет. Самый старший, наверное, это у нас ветеран из Григориополя, Пискун Сергей. Я думаю, что ему уже около 45 лет, наверное. Но возрождение данной дисциплины стало привлекать все больше не только зрителей, но и желающих почувствовать на себе, что из себя представляет карт и тот адреналин, который можно ощутить в огромном объеме при управлении, казалось бы, на первый взгляд, ничем не примечательным картом. Сама спортивная машина карт. Она выглядит очень неубедительно снаружи, да, то есть маленькая тележечка с маленькими колесиками, маленьким двигателем. Но если все это перемножить лошадиной силы на тонну и на ускорение, то многие, очень многие серьезные пилоты из драгрейсинга, из автослалома, из автокросса и так далее, и просто обладатели мощных машин за 300 лошадиных сил, мы давали возможность им прокатиться на нашей спортивной машине, то есть они выходили и говорили, что такого в спортивном автомобиле мощностью больше 300 лошадиных сил они не испытывали. Карт – это нечто другое. Он мощнее, он маневренней, все происходит намного быстрее. В этом году появились новые участники, однако на сегодняшний день отсутствие опыта сказывается на их результатах. И данные соревнования не стали исключением, и претенденты на призовые места были вполне предсказуемы. В принципе, те пилоты, которые были фаворитами в прошлом году, заняли первые три места по итогам сезона, они в этом году остались же на своих местах. Да? То есть новенькие приходят, наступают на пятки, борются, но им очень сложно пока пробиться на подиум, потому что не хватает именно гоночного опыта. Если, допустим, в квалификации они еще могут показать быстрое время и объехать лидера, то в гонке
недостаток гоночного опыта не позволяет этого делать на сегодняшний момент. То есть они должны проехать сезон, к концу сезона. Я думаю, что это будет очень большая, уже серьезная конкуренция лидерам прошлого сезона. По крайней мере, у новых пилотов скорость есть. Однако местные жители упорно болели и переживали за некоторых пилотов, которые, несмотря на то, что трасса была по большому счету нестандартна и несла в себе определенные трудности по прохождению поворотов, показали зрелищную борьбу. Было очень сложно обгонять, потому что потом следовала змейка из трех медленных поворотов, и в принципе все обгоны могли происходить только в конце вот этой прямой. Поэтому на входе в поворот случались иногда инциденты, когда карты сталкивались боками друг с другом, не могли поделить вход в поворот, и, ну, их разворачивало, они возвращались потом на трассу и выезжали дальше. Зрители настолько были удивлены и поражены скоростью, динамикой и интересом борьбы на трассе, что, то есть, вот все комментарии потом в интернете, что мы смотрели, то есть, прямо говорят, да, как будто попал на гонку Формулы-1. В завершении, прежде чем огласить результаты, отметим, что в этом сезоне программа «Четверть мили перезагрузка» и телеканал N4 заключили соглашение с Федерацией автоспорта Республики Молдова об эксклюзивном освещении всех автомероприятий в 2013 году. Теперь, даже если у вас по каким-то причинам не получилось побывать на мероприятии, вы с уверенностью сможете увидеть в нашей программе то, что вы пропустили. Плюс постоянная поддержка телеканалов, телеканала N4, позволяет зрителям видеть, то есть кто не смог посетить мероприятие непосредственно на трассе, увидеть в записи по телевизору, в передаче и так далее, ознакомиться. Можно зайти на наш сайт, почитать про пилотов, посмотреть фотографии, историю картинга, как это все развивалось, найти контакты, кто хочет заниматься картингом, кому обратиться. И мы всегда поможем в этом начинании. Итак, вернемся к результатам Кубка города Аргеев. В принципе, все первые места заняли чемпионы прошлого года. То есть в детском классе это Артем Гуцул первое место занял, а в классе национальный 125 Филипп Денис и в классе Rotax Max Мунтян Евгений. То есть это все лидеры прошлого сезона. Сюрпризов не было. Если вы боитесь пауков, тогда этот сюжет не для вас. Но если вы любитель всего того, что движется при помощи двигателя, тогда получайте. Шестиногий турбомонстр или эволюция насекомых? Initiate phase one. Power up the breeze cannon. Энтузиастов из Британии после нескольких лет интенсивной работы представили с гордостью общественности своего шестиногого монстра. На сегодняшний день это чудо инженерной мысли является самым большим в мире роботизированным пауком. О характеристиках известно немного. Вес шагающего стального насекомого составляет 2 тонны, а длина 5 метров. Робот оснащен турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра. Паук управляется с помощью так называемого пилота, а также есть возможность установить контроль над монстром по беспроводной сети Wi-Fi. В целом компания-создатель еще с 99 года прошлого века занималась проектированием и созданием роботизированных кукол, в основном для кино и телеиндустрии.
Устрашающий паук внушает уверенность, а также, смотря на него, понимаешь, что не так далек век, когда роботы займут место людей. Пока все-таки не очень понятно, для чего был создан этот паук и как его с пользой для человечества можно использовать. Initiate phase one. Power up the base cannon. Однако согласитесь, что очень даже неплохая игрушка получилась у инженеров из Туманного Альбиона. Ну а в конце, по доброй традиции, мы покажем тех, кто на этой неделе отличился особой ездой, нарушив правила дорожного движения. На этом все. Увидимся в следующее воскресенье. И помните, все новинки Автомира и все самое интересное вы можете увидеть только у нас. Пока-пока.